И такой была эта среда глазами наших корреспондентов. А вот чем этот день запомнился самим кировчанам, давайте посмотрим. С чем хорошим день успел запомниться? День, что получил пенсию. Сходили к врачу, сказали, что у нас все хорошо. Пообедали. Чем? Солнышко. Весна. Подобрали ткань, еще не купили. Наволочки. Моя подруга заказала мне найти лекарство, я его нашла. Мы столько многого сегодня узнали на учебе. Внук у меня. Внучка, еще две внучки, три внучки и внук. Гуляете, то есть? Гуляем, да-да-да. Сегодня отдала документы на согласование в департамент ЖКХ на установку видеонаблюдения на опорах световых. Не знаю, согласуют, не согласуют, посмотрим. День похож на весну. Ну, не первый, может быть, но вот после снегопада.